по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла продолжается принесение недавно обретенного московского списка Казанской иконы Божией Матери в епархии Русской Церкви. Крестный ход со святыней стартовал от стен Московского Кремля в день памяти великомученика Георгия Победоносца и завершится там же 4 ноября в праздник Казанской иконы Божией Матери. За полгода чтимый список чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы посетит 60 российских городов. В Саратов святыня прибудет в ночь с 26 на 27 июня и пробудет до 29 июня. Икона будет выставлена для молитвенного поклонения в Покровском соборе, улица Горького, 85. Подробнее на сайте епархии епархия-саратов.ру.